На пост руководителя МКУ «Городские дороги» назначен Сергей Паргачев. Об этом запру сообщили в пресс-службе администрации города. Напомним, по версии следствия, экс-глава «Городских дорог» Лили Кучина в 2020-2022 годах получала взятки от руководителя Читинского муниципального предприятия за оказание общего покровительства, содействие в беспрепятственном заключении и исполнении муниципальных контрактов по строительству и ремонту дорог в городе Чита. Общая сумма взяток, полученных Кучиной, превысила 1 000 000 рублей. Позже ее перевели из СИЗО под домашний арест.